Все, считайте 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Йоу, всем привет. Это первый сосалик на ивенте, фангейм игра, Bloodborne PSX, категория True Ending No Death Room, который я держу первое место вместе с еще одним раннером. Да, вы же там одинаковое время, да. Почти. Ну, он не скип. Ну, делаем название персонажа, это Руск будет, и внешность не меняем. Делаем, конечно, на выбор можно сделать либо Tribal Childhood, либо Military Vet, в зависимости от того, что вы хотите больше носить больше урона или больше и быстрее бегать. Ну, здесь нужно больше выносливости, поэтому да. Бегаем. Короче, это самая полная категория, поэтому мы будем бежать как можно больше. Короче, 3, 2, 1, таймер. Постараюсь сделать первый скип игры. Получилось. Скип заключается в том, что надо попасть в первые кадры, и тогда вылезет это меню, которое позволит нам, собственно... Ну, то есть пока персонаж встает, Blame как раз настраивает FPS, ограничения снимает, и еще прогрузку вот эту от PS... Да, только что-то, по-моему, не изменились FPS, они до сих пор размерят... Хотя мне написано, не знаю, ладно. Вообще, как будто бы... А сейчас подобрали оружие, чтобы меньше менюить. И возвращаемся обратно. Игра сделана в стиле первых, точнее, игр на первую плойку, поэтому менюинга здесь довольно много, как в каких-нибудь Resident Evil или Silent Hill. Нам надо будет вручную активировать ключи, которым будем подбирать. Здесь я буду очень медленно идти, потому что... Ну, есть такие места, когда надо, да, контролить. Здесь еще есть место, где речку переходишь, отравленно. Вот как раз... Ключ. Ставим его на второй слот, потому что он нам в дальнейшем еще понадобится. И как раз экипируем оружие, с которым мы будем бегать на протяжении всей игры. Здесь нам надо будет четко еще упасть на Вервольфа, потому что потом в конце игры он будет нам мешать. Я даже подберу хилку ввиду того, что ну, марафон и всякое может случиться. Да, и, кстати, надо было поменять ключ. Сори, у меня здесь немного управление сбилось, но... Я поставлю все равно достойный уровень показать. Ну, кстати, в категории Any эту дверь можно проскипать, если мышцы очень активны. Категория Any, она вообще подразумевает то, что вы идете в комнату разработчика, которая находится, как только персонаж появляется, там есть закрытая дверь, но если 100 раз на нее тапнуть, то она откроется. И там будет ключ, который работает на все двери, и, по сути, это... Короче, вообще этого чела не надо убивать, но... Ну, по-хорошему, да, это замедляет. Да. Но я не хочу рисковать. На всякий случай, да. Сейчас, по сути, ну, то есть, категория True Ending, она заключается в том, что собираем все озарения, то есть надо будет найти 20 озарений. Да, мы, скорее, собираем не все озарения, которые возможны в игре, но мы собираем 20 озарений, которые предусмотрены игрой для сбора. То есть мы их будем получать нетривиальными способами, которыми разработчики... предполагали, что мы это будем делать, и все равно придем к итоговому значению в 20. Вообще здесь есть фонарь, который можно по пути подобрать, но в определенный момент игры фонари станут прокляты, и нам надо будет заново их зажигать, поэтому чем меньше мы фонарей подберем, тем меньше надо будет зажигать, и мы... Ну да, это как раз произойдет после убийства Гилберта, когда наступит ночь. А после Гаскойна. Ой, Гаскойн, Гилберт III. Почему я их путаю? Да, и здесь, собственно, основной мувмент игры — это ходить в стену, потому что при... Беги тратится стамина, и нам надо восстанавливать ее. И когда мы бежим не по прямой, а слегка вот упираемся в эту стенку. Ну, кстати, хорошо, надо еще смотреть, стены не очень ровные, можно упереться, застрять. И, в общем, стамина немного восстанавливается, когда мы слегка по диагонали бежим. Первое из 20 озарений, и по пути первое из 3 озарений, которые лежат на полу, по сути, в твердом виде. Ну да, потом надо будет, ну как, собираешь озарение, убивая боссов, и еще фонари, наверное, считаются как боссы, потому что они же очень... Ну да, когда фонари появятся, тогда о них и поговорим, потому что
Сейчас будет не очень наглядно. Вот. Что вообще можно сказать про игру? Она сделана относительно плохо, потому что ну, враги ведут себя неадекватно в том плане, что реагируют на очень много факторов, на такое количество факторов, на которые они не должны реагировать. То есть на количество хп персонажа, на количество стамины и вообще на многое-многое-многое. Ну, на скорость, по-моему, тоже персонажа. Но вот. Как раз-таки еще те же крысы, из-за того, что у тебя unlock FPS, они могут и загрызть же. Да, да. Вообще, мы здесь для чего изначально разблокируем FPS? Как раз для того, чтобы в одну секунду удара у нас помещалось несколько порций урона, ну, можно так выразиться. Чтобы быстрее разобраться с Гаскоином. Да. То есть, вообще, боссы, они имеют атаки с прыжком, и вот двух остальных боссов... Блин, камера развернулась неудачно. Ой, так сейчас бы выжить вообще. Но меня, короче, убило просто ничто. Жесть! Такое бывает в игре. Но здесь не надо умирать. Короче, у боссов есть атаки в прыжке, и Гаскоина быстрее все-таки убить приемом, трюком, когда в прыжке... наносишь ему урон, и так быстрее его убиваешь, нежели когда его в УБ как-то ухватить. Ну, про УБ, опять же, это потом лучше поговорить, когда мы вообще им начнем пользоваться. Да. Да, в игре всего три полноценных босса и некий аналог Немезиса из Резаков, то есть те самые фонари, которых мы упоминали, они, по сути, являются неубиваемыми, ну, не предполагаемой игрой, что вы их можете убить персонажами. Ну, это возможно, но у них очень много. Да, то есть, если мы наносим, ну, условно говоря, 130 сейчас урона с руки, при прокачке это значение можно поднять, там, не знаю, до 400, например, то это все равно ничто, потому что у этих фонарей миллион хп, ну, 999 999. Короче, сейчас пробежка, ну, просто потому что игра захотела еще раз... Это... Ну, да, это бывает, к сожалению. Поэтому фонари будем убивать слегка специфическим образом. Вообще, ну, в плане стилистики игра довольно неплохо как-то выполнена, но в плане геймплея это, конечно, ужасно. То есть, чтобы вы понимали, L2 и R2 — это повороты камеры, треугольник — применение предмета, квадрат — использование расходника, который у вас сейчас в инвентаре, то есть это коктейли Молотова, L1 — выстрел, R1 — атака, кружок у ворот слэш-спринт и крест — это использование предмета. Ну, все, кстати, относительно менюинга неудобно, что, допустим, в DS-ах можно в то время, когда ты идешь, менюиться, и здесь приходится останавливаться, no. Поэтому желательно следить за тем, как далеко находятся враги, потому что могут подкрасться незаметно, выбираешь определенные места. Если приходится хп себе, типа, пополнять, хилки есть, то тоже лишний раз менюинг выполнять. Ой. Но зато здесь нет никакого штрафа за использование слишком большого количества стамина. Я, понятное дело, не убиваю и не возвращаю себе душу, потому что прокачки в этой игре не будет никакой. То есть мы играем... Ну, ну тут специфическое убийство боссов, а в остальном драться-то и не надо. Ой-ой-ой. Ну ладно, выжил. Это, короче, самое опасное место в игре, в принципе. Ну то есть опасней нет. Вот вторая по опасности комната. Угу, все. Бэки. Да. Теперь можно будет подышать и похилиться. Вообще, в ране, понятное дело, ты ресетишь, если здесь умираешь, но у нас марафон, поэтому не так все критично. Все, прохилились, и, скорее всего, мы сейчас уже не умрем. Кстати, очень темно в игре, у меня настройки... Яркости были ваши? Да, я там поставил, видимо... Ну, точнее, не выставил свои. Ну, пофиг, это, наоборот, на саспенс. Такой. Здесь тоже желательно не получать урон. Собаки двигаются быстрее, чем персонаж, поэтому я стараюсь двигаться чуть-чуть в бок, чтобы они
из-за непроработанного пасфайнда терялись, но это, опять же, не всегда срабатывает. И бежим ко второй из трех точек, где лежит озарение. Да, и здесь крыса как раз. Да, лежит в двух крысах. Крысы, на самом деле, не очень опасны, потому что в 90% случаев они делают одну и ту же атаку, они отходят и... или отпрыгивают. Но будет же еще впереди момент, где нужно будет подождать атаку крысы, потому что по-хорошему ее можно застанить, она считается слабым противником, но здесь как раз-таки из-за фэпосов... Из-за фэпосов, в общем, у нее ломается анимация стана. То есть она во время анимации стана может сделать атаку без анимации, и когда анимация стана закончится... начнется, условно говоря, анимация атаки. Вот, последнее твердое озарение. И сейчас не умереть на воронах. Вороны наносят очень мало урона, но они наносят его очень быстро. То есть, скорее всего, если вы попадете под атаку одной вороны, вы умираете. Но здесь повезло, потому что они только краем задели и, по сути, пролетели. Сьюр — это основное, на самом деле, место игры, где мы будем, по которому мы будем чаще всего ходить, потому что он, локация находится на перекрестии сразу нескольких... Вот, та самая крыса. Да, вот я про что говорил. Она, по идее, была в стане, но... Но она смогла нанести урон. Да, она смогла нанести урон. Крысы именно в канализации... дополнительно накладывают статус эффекта Poison'а, и это одна из причин, почему мы берем Tribal Childhood как начальный класс, потому что стамина влияет на количество, на размер полоски вот как раз сопротивления яду, то есть... Там помимо выносливости еще и плюс к сопротивлению. Угу. Так, и мы сейчас бежим к Сьювер Кию, который откроет нам проход к первому боссу игры. Он же Отец Гаскоин. Так, здесь немного... Приходится замедлиться, да. Ну да, но вообще, вот когда я был в прайм форме, я мог это быстро все пробегать, но теперь... Ну, теперь и так сойдет. В конце концов, стимейт должен быть довольно щадящий. Так, и заранее выбираем метку охотника, которая отправит нас в сон после подбора ключа. Сразу не дожидаясь экрана загрузки, мы активируем ключ, точнее вставляем ключ, чтобы потом этим не заниматься, и просто бежим навстречу первому боссу. Первый босс будет убиваться, ну, по сути, нетривиальным способом по отношению к другим, то есть он будет убиваться в рукопашку, не через... киллбоксом. Бежим, бежим, бежим. Ну да, в отличие от других боссов. Ну, все-таки не зря ФПС сняли ограничения с них. Но меня все-таки смущает то, что в левом верхнем углу сейчас написано 20 FPS. Я надеюсь, что это просто шутка. Может, это относительная сторона. Посмотрим, что сейчас будет. Будет это интересно. Да, пока мы падаем, стамина тоже восстанавливается. И здесь сейчас будет цикл огненных шаров. Если в оригинальном Bloodborne огненный шар всего один, то здесь они бесконечно спаунятся и идут по следующему паттерну. Левый, правый, еще. Левый и сразу два. Ну, пофиг, это не так важно. Ну да, и как раз главное добежать вот до этой выпуклой части моста, набережной, чтобы избежать двух. Блин, ну... Двух подряд. Вообще, по-хорошему, надо сейчас похилиться, чтобы мне... так, сюрки понадобятся. Hunter's Mark, наверное, пока не нужен. Поехали. Первый босс игры. Гаскоин. Короче, если хотите, чтобы было смешно, делайте погромче. Если хотите, чтобы не было смешно, делайте потише, наоборот. Первая атака Гаскоина всегда выстрел. После он отбегает, и мы ждем его вот прямо здесь. Ну, построение на фонтане. Ой, ну, кстати, у вас довольно тихо. Ты как-то быстро упал, да? Ну... Ну, то есть, по сути, его можно было... Ой-ой-ой.
Блин, жесть, у него, Бен, буквально у него осталось на один тик хп. Ну, это жесткий анлак, теперь надо будет перебегать это все. Ну, по-хорошему он, да, достаточно близко подходит, и ты пока падаешь, на него наносишь кучу урона. Отошел. Ну, то есть, это, наверное, самый рандомный босс, потому что все зависит от того, какие он атаки будет делать. Если первый, если опенер всегда один, то ну, да. последующие атаки, они рандомные, и он может просто не подходить достаточно близко для того, чтобы без каких-то проблем завершить с ним файт. Плюс, когда он переходит во вторую фазу, с него сбрасывается таргет-лок, что ну, не очень приятно на самом деле. И и особенно неприятно то, что он может тоже вас моментально убить с анлокнутыми фпсами, потому что, опять же, все враги, ну, в большинстве случаев успевают влить несколько раз урон за одну атаку. Ну да, это получается... И у тебя вроде бы ну, есть да, преимущество да. Ну это, на самом деле, довольно честно даже, просто... ну, просто неприятно играется. То есть это не так, что... Просто держать в голове. Бесит или что-то такое, это просто... Ну, типа, quality of life такое неприятное. Ладно, я думаю, со второго раза должно получиться. По сути, файт прошел нормально, если не считать того, что когда он перешел в третью фазу, он очень далеко стоял. Ну да, да, так бы уж и точно. Сделал свое дело. Ой-ой-ой. Еще раз доджим. А, да. Это, кстати, очень плохо. Это очень плохо, потому что он сейчас пойдет в другую сторону. Вот назад отходил. Окей. Окей. Хорош. Ну, это на скеле было, на самом деле, потому что... потому что сбросилась камера, и это чистая импровизация. В общем, сейчас идет заставка, которая показывает то, что время суток сменилось, и у нас началось, по-моему, полнолуние или что-то такое. Или кровавая луна. Да, кровавая луна. Но, по сути, сейчас нужно будет собрать как раз-таки фонари, которые ты до этого активировал, чтобы получить еще одно зрение. И сейчас мы как раз еще будем попутно убивать первого зимнего фонаря, который является вот этим самым Немезисом, которого описывали. В общем, сейчас будет много-много беготни на ближайшие 3-4 минуты, но беготня сопряжена с определенными рисками. Мне надо будет сделать за время этого рана 2 сейва, потому что игра на нестабильных FPS начинает нестабильно работать. Это заключается в том, что игра иногда не регает смерть персонажа в нужный момент. А иногда нам надо умирать. И ты просто бесконечно падаешь, или что-нибудь еще такое происходит нехорошее. Что не оставляет шансов особо больших на прохождение дальше. Ну, короче, софтлок просто случается. Если что, это не тот фонарь, который нам нужен. Да. Не, на самом деле, это тот фонарь, просто он сейчас находится в другом месте, не в нужном нам. А, все, смерзко. А, нет. Господи! Все, повезло. Ну, фонарь еще и стакает безумие. Да. Было бы неприятно умереть от этого. А безумие — это если что, вот эта вот полоска, типа... которая накапливалась сверху, и как только она заполняется на максимум, персонаж умирает моментально. Ну, то есть, вообще без каких-то шансов на выживание. Просто снимается 100% хп. Ну, есть, правда, один момент, где можно как раз-таки с помощью трюка проигнорить этот дебаф. То есть оно перестает стакаться. Но это будет у второго фонаря. Но это не совсем даже баг. Это, по сути, такой баферинг. Ну, ладно, сейчас дойдем, объясню. Так, я, короче, решил похилиться, просто потому что не хотелось умирать. Так, и мы сейчас будем убивать... А, подожди. Нет, надо сохраниться. Точно. Так, сохраняемся в первый слот. Сейв нужен просто для того, чтобы в случае софтлока... Ну, я мог продолжить ран с сейвом. Ну да, мы же не хотим начинать сначала. Да. Это точно будут минус колени. Так, что я плохо вижу это. Может, из-за очков еще темно? Не-не.
А, вот ты как раз. Так, тихо, я, сейчас буду делать сейвовую страту. Нам надо дождаться... Ну, по сути, здесь надо сагрить на себя зимнего фонаря. И вот, да, падаем в это месиво, и фонарь вместе с нами. И, то есть, его теперь засчитывается, то есть, плюс озарение. Ну, вот вы можете видеть, было 9 озарений, сейчас стало 10. И это означает то, что половину озарения мы уже собрали. Возвращаемся в канализацию и бежим обратно к Гаскоину, потому что после смерти Гаскоина, но до того, как мы активировали катсцену, появился фонарь, активированный не нами, но активированный. Ну, автоматически. Да. И... Ой, вот это значит, кстати, что нам тоже надо активировать фонарь. Ну, то есть, дабы получить озарение. Угу. При сборе всех зараженных фонарей у вас добавится одно озарение. Угу. Вообще, в игре есть неисследованный баг, который заключается в том, что можно настакать себе бесконечное количество озарений, но с этим багом никто, по сути, не бегает, просто потому что всем лень разбираться, эту категорию бегает всего 2 человека. Там, же игру потом невозможно. То есть ты настакал, но не можешь дальше играть, это софт. Ну да, это получается софтлок, но просто никто, по сути, не разбирался, этот баг нашли, но... Ну то есть да, если вам интересно, ну то есть вы спокойно можете срезать, наверное, минут 4-5 от текущего VR, который 21 минута, и если прям жестко запотеть, мне кажется, можно 15 минут сделать. Так... Но зато после зажжения фонаря мы пойдем ко второму боссу игры, это Клерик Бист, и он уже будет убиваться плюс-минус традиционно для всех остальных боссов. Ну и да, там вообще никакой урон не нужен со стороны игрока. Я слетаю обратно в сон охотника, просто же для того, чтобы похилиться. Tomb of Eden, это наша локация, и бежим обратно. Если что, вот этот глич с гигантским уроном от падения можно делать с любым оружием, даже с обычными кулаками, но просто у вас будет чуть меньше урона, и вам надо будет дольше проворачивать. Ну, как бы да, суть остается той же. Кстати, вот насчет яда, есть же прикол, что если ты телепортируешься в сон охотника, яд может остаться на тебе. Да, причем не только в сон охотника, вы можете вот... Представьте ситуацию. У вас персонаж поймал Poison, и вы такие, ну блин, все, я вижу, что там умираю, хочу начать новую игру. Короче, Poison может перенестись на новую игру. То есть вы будете играть изначально зараженным персонажем. Круто, хорошее начало. Ну да. Единственный скип в игре, который называется Reverse Sewer Skip, заключается в том, что мы делаем просто... Ну вот, да, тут надо перепрыгнуть типа забор. То есть сейчас появились валуны на локациях, они прикрывают путь. Преграждают его. И чтобы нам не ходить кругами до этого лифта, ну, то есть мы сейчас поднимаемся к следующему боссу, мы просто прыгаем через этот забор. Все так. Такая реализация. Что ж, церковное чудовище. Нам. Сейчас будет буквально оно. Не очень приятный момент игры, потому что здесь геометрия уровня такая, что сложно слайдить около стен, поэтому приходится немного стамина менеджить. Но это буквально единственный раз в игре, где такое происходит. Так, все. Слишком много углов. Прямая к церковному чудовищу. Надо смотреть сейчас, в каком направлении он начнет двигаться. Да, сейчас вот он выскочит. Это значит, что надо встать. Отбегаем. И смотрим, куда он идет. Опять? Он идет на меня, это очень плохо. Да. Это то, что нам не нужно. Нет, он свернул влево. Вот. Это значит то, что он сейчас будет прыгать в левую сторону, и мы можем его убить. Стоп, нет, он открыл. Он что-то вышел. Ну, то есть он бы застрял там, если бы прыгал в нашу сторону, то банально бы улетел. Ну, все. Да, но нам надо найти подходящее место, где он как раз его бы улетит. В общем, сейчас произошло то, что он подошел ко мне слишком близко, и он не оказался над пропастью. Так. Ну, то есть, по сути... Ага, подождите, нет, сейчас произошло что-то еще более странное. Он, по-моему, застрял, но... Да, он... А, короче, нам надо постараться... А, я даже не знаю, что... Ну, давайте просто бить его, видимо... Ну ладно. Ну, типа, мы буквально ничего не можем... Нет, он сейчас меня уронит просто в лоб. Ну, я правильно. Я тоже так считаю. А, ну и все, да.
Ладно. По крайней мере, это не софтлок, это не пришлось игру ресетать. Это что вообще было? Да. Такое ощущение, что такого ни разу не было. Да, и вот опять. Не, ну то есть это реально получилось что-то за... Так, подожди, откуда быстрее бежать? Наверное, с Идана. В общем, получилось так, то, что он застрял в текстуре, и он не может сдвинуться только прыжком, но прыжок он делает относительно редко. Это напомнило мне крысу, которая встала, не может тебя ударить, так он тебя схватил и отреагировал. То есть он... Не, ну он-то просто не упал, а но крыса... не двигается. Ну да. Ладно, еще разок. Ну то есть получилось немного наоборот. Да. Что-то я начинаю сомневаться в том, что получится завершить арку Рускатона без Overestimate. Ну ладно. Бежим. Знать бы еще сколько времени. Блин. Может, и все нормально будет? Да не, я не так, чтобы особо переживаю, но... Блин. Ну, было бы cool, было бы нормально, да. Mm-hmm. Ну, когда ты практисила, он тоже как-то себе немного странновато вел, в том плане, что шел вперед, но чтобы застревать. Ну да, просто по сути не везет. То есть это не так, что какую-то ошибку допустил или еще что-то. Просто. Ну, есть рандомные моменты, как атаки тех же, господи, мобов вражеских. Вроде считывает параметры и стамины, и хп, и как-то это контролировать все-таки очень тяжело. Ну, нет, ты обычно к церковному чудищу приходишь с полным хп и полной стамины, поэтому здесь он себя ведет, ну, по крайней мере, должен вести довольно корректно. В этом плане, да. Сейчас посмотрим, он будет вообще. Ага, так. А, он сразу. Ну, посмотрим. Так, он идет влево, это хорошо. Но он в прошлый раз тоже что-то влево опять вышел. Блин, он просто не хочет, он просто. Сори, я, ну, типа, я буквально играю идеально, но мне просто не дают шансы. Ну, то есть, да, есть такие рандомные моменты, которые... Короче, хилюсь, надеюсь на то, что... А, он не хочет делать. Но он опять не упал. Пу-пу-пу. Ну, я не знаю, я попытаюсь его забайтить куда-нибудь. Он опять застрял или сможет все-таки? Не знаю. Ну, по-моему, он застрял. Что? Жесть, он просто удлинился на квадриллион тысячелетий. Ой, спасибо, блин, выпрыгнул. А, ну все, ладно. Это никак уже не уложить в эстимейт. Спасибо, босс. Ну, опять же, типа, это буквально не моя вина или что-то еще. Это просто так бывает. Чел не дает корректной атаки. Жизнь не так бывает. Не, ну, рано или поздно он дастся. Правда, хилок не осталось. Да это не важно, хилок и не должно быть вообще. Ну да, то есть я их подбирал по-хорошему, конечно, только ключи. Угу. Потому что тоже замедляет процесс с этим минуингом. То есть возвращаешь на место. Ну, вообще странно, он реально два раза застрял в двух местах. Но он сначала шел в угол, а потом будто бы как-то выталкивался из него, выходил и к тебе подходил. Но проблема даже не в том, что он в угол шел, то есть он должен... Он подходит слишком близко к персонажу, то есть у нас, по идее, с ним должно быть расстояние такое, что между нами пропасть, а он подходит туда, где вот между нами уже перила, оказывается, mm-hmm. и... Ну вот так взять это церковное чудовище и просто... Да, кстати, пока делать особо нечего, вы смотрите третий раз одно и то же. Хочу передать привет самым крутым раннерам на планете. Это, конечно, Банжурику, Булкичу, ну вообще всему клану Колпак. Это Тесла, конечно, Баблик, Сметанус. Ну, типа все легенды, все наши. Бигап таким парням. Колпак вперед. Колпак сила, реально. Вступайте, если вы готовы вести спидраны в светлое будущее. Если вы крутаны. Так, ну давай я попробую, короче, сюда его отвести. Может быть, здесь получше будет. Но он, по-моему... Ой, кстати, нормально. О, провалился, отлично. Да. Ну, наконец-то. Ну, с третьей попытки. Нельзя сразу выходить из
арены, до того, как появится надпись о том, что вы получили 4000 душ, потому что вместе с этими 4000 душ дается 3 озарения, без которых ран на данную категорию невозможно закончить. Опять же, что имеется в виду под названием True Ending в данном случае? Это просто вы, по сути, завершаете игру сбором типа сюжетных коллектаблсов, но у вас на самом деле не открывается никакой там новый катсцены, ничего такого, вы просто типа сделали все, что возможно с этой игрой. Стой, остался фонарь и еще один босс. Мне казалось, что за последнего босса дается 4. 4 плюс 1. Ну, за фонарь один, за зимний фонарь один 5. И ты все фонари шмакнул? Ты получил зарение за фонаря? Нет, еще. А, все, все. Я, короче, прохилился на всякий случай, опять же, потому что я играю центральный Ирнам. Да, и вот у нас открылся проход к Гилберту, который является последним боссом игры. И вообще Гилберт является такой своеобразной шуткой, потому что в оригинальном Bloodborne это единственный персонаж, который на протяжении всей своей истории относится хорошо к протагонисту и всячески ему помогает дельными советами, снаряжением и всем таким. И, ну, в шутку в этой игре решили сделать из него главного злодея. Вот. Вот так. Очень смешно. Да, здесь мы как раз сейчас ощутим влияние сетапа, который делали в самом начале игры, в виде убийства оборотня. Теперь этого оборотня здесь нет. Ну да, то есть он должен стоять вот в дверном проходе и не давать... Ой, спасибо, спасибо. Не давать пройти игроку. Угу. О, все, озарение плюс. Озарение. Даже последнее. Так, центральный Ярнам, и надо сделать еще раз сейф. Ну, то есть осталось получить еще 5 озарений как раз. Ну, да. Гилберта из фонаря. Этот фонарь, который сейчас будет, он убивается, ну, довольно интересным образом, который заключается в том, что мы будем под фонарем образовывать киллбокс. Ну, то есть, да, там падает люстра, и mm-hmm. образуется дыра, и фонарь падает в эту область. Все так, все так. Там единственная проблема попасть в саму люстру, потому что оружие стреляет слегка рандомно, что ли, пуля? Не слегка, но полностью рандомно стреляет. Но... Ну, то есть, есть область, в которую эти пули попадают, и она всякий раз внутри этой области точечно разбросана по-разному. Поэтому когда-то может задеть, не задеть, даже если ты стреляешь в одно и то же место. Ну, то есть, вот сейчас. Да. Короче, я взаимодействую много раз с дверью для того, чтобы у меня забуферилась типа неуязвимость. И это... Ну, а ты... Ой, так. А чё, почему? Работает. Короче, мне сейчас придется делать... А чё? Шещем. Ай-яй-яй. Малыш, ты куда, малыш? Палец. Ну, ладно, пофиг, это не софтлок, по крайней мере. А, нет, подожди. Нет, это... Это софтлок, потому что второй раз фонарь здесь не появляется, да, это единственный такой фонарь, который... Только один раз присутствует. Типа, да. Так, подожди, А, ну да, все правильно. Сейчас центральный Ирнам. Так, а как интересно. А, ну да, точно. System. Exit Game. Ну, сейчас будем еще раз проходить. Получается, Load Game. Ой, это с последнего сохранения. Ну, сохранение рядом, что? Да, да, да. Я его специально сделал. Вот зачем нужно сохранение. Да. Если такие моменты не предсказуемы. На самом деле, можно... Ой, я забыл. Можно привести другого фонаря, но это не очень круто, не очень удобно. А еще почему-то продолжил накапливаться... Ну, я не знаю, да, не знаю, почему оно продолжило накапливаться, но оно продолжило. Да, это случилось. Ой, какой сильный прыжок случился. Так, включим. Поехали. Я стараюсь как можно больше настакать. Так. Вот, отлично. Да.
Ну и вот в правом нижнем углу видите максимальное количество ХП этого фонаря. Все, мы получили 16 озарение, идем к последнему боссу игры. Собственно, Гилберт. Я сделаю на него еще шорткат на всякий случай. Ну а вообще Гилберт, ну, не особо сложный типа босс. Он действует по одному... Ой, блин. А почему у меня... Ты не тот ключ поставил? Да, блин. Это была глупая смерть, реально. Я что-то... Ну, мне никто не подсказал, что ключ не поставил. Да не, это шутка. Я не запомнила цвета. Все. Ну теперь точно. Все. Так-то самое главное, что мы озарение там поставили. Точнее, получили. Угу. Ну вот относительно Гилберта, он же вообще там арена, она как огромная область, и есть коридор, который ты проходишь, чтобы попасть к боссу, и в этом коридоре непосредственно его и убиваешь, потому что у потолка нет коллизии. No. И то есть он, да, выпрыгивает в ОБ и обратно, и так же, как и церковное чудище, должен приземлиться в ОБ. Так, поехали. Вообще, обычно этот тролль, он просто АФК стоит, я даже чуть не особо поверил, что он ударил. Удивительный ран. Ну да, да. Но, не, на самом деле, там можно было даже выжить, но из-за того, что кнопка действия — это попутная кнопка таргета цели... То есть ты просто таргет ставишь? Да, я просто нон-стоп выбирал этого тролля в... Он ближе, чем дверь. Да, так что... В общем, вот эта крыша, которая сейчас, ну, над нами, она не имеет коллизии, мы этим сейчас будем активно пользоваться. Ну и тут на полоске ХП видно чуть более темный участок, нужно довести его ХП до этого участка, чтобы он то есть сейчас прикован, привязан, и мы его вот таким образом освобождаем. Затем он начинает прыгать и орать. Два удара, отскок. Вот, он освободился. И на пятый удар он должен сделать прыжок. Обычно. То есть это почти всегда работает. Это вот 90% случаев. Так, первый рывок. Надеюсь, все, он ушел в сторону. Это хорошо. И сейчас надо отходить уже. По идее, следующая атака — это как раз рывок. Ой, точнее, это отскок и прыжок. Очень медленно идет, но я не хочу особо... Что с ним? Не-не. Ну, это было просто как-то будто очень долго. Вот, и он падает. Кстати, Гилберт хорошо прошел. Да, без проблем. Да. И время через 4, 3, 2, 1 и время. Ей! Так и не воспользовалась бомбой замедленного действия. Ну, смотрим красочную катсцену, которая типа как-то, наверное, влияет на сюжет. Ну, точнее, озарение, которое мы собирали, должно как-то было на нее влиять, но катсцена всегда одна. То есть визуально оно вообще не отличается обычно? Не отличается. Ну, то есть вы можете не собрать чисто в теории ни одного озарения, но... Будет то же самое. Будет, да. Не, ну если ты убиваешь боссов, то ты же собираешь... Ну да. Сколько? 5, 4, 3... 12 зарядов. Интересно, ты уложил свой стимейт или нет? Мне кажется, нет. Ну так, по внутренним ощущениям. Не, ну ничего, следующая игра будет суперчиловая. Вот, в общем, спасибо всем за ран. У меня на этом ивенте еще будет Дэдпул и Lollipop Chainsaw, так что буду вас рад видеть и смотрите Рускатон, дальше Индиком от Саврами. Да.